Краснодарцы, которые передвигаются по городу на 25-м автобусе, теперь снова в дороге могут любоваться видами кубанской столицы с Садового моста. В связи с открытием правой стороны путепровода этот маршрут возобновил работу по старой схеме по улицам Северной, Садовой и Мопр. Ходить он, напомню, из микрорайона Комсомольский в микрорайон Губернский. С нетерпением открытия ждали и автолюбители. Первые машины проехали по правой стороне моста в пятницу. Здесь появился новый асфальт, а температурные швы на дороге настолько ровные, что почти не ощущаются в движении. Для пешеходов сделали удобный тротуар. Садовый мост связывает с центром сразу несколько микрорайонов. Открытие даже его половины значительно экономит время в пути. Вот что по этому поводу говорят краснодарцы. Да, вы знаете, это был мой самый счастливый день в моей жизни, когда открыли Садовый мост. Я рада, потому что я трачу на дорогу теперь на 50 минут меньше, чем обычно. Мы очень благодарны, что открыли мост. Для города это очень хорошо. Движение улучшилось. Дорога сейчас новая. Очень приятно. Мы довольны. Спасибо. Я очень рад, что открыли хотя бы первую половину моста. То есть очень хорошее покрытие, во-первых. Во-вторых, это один из путей, который соединяет Прикубанский округ с Центральным. Поэтому это дорога, по которой можно быстро попасть именно в центральную часть. Я безумно счастлив, что открыли этот мост. Ну, действительно, я рад этому. Именно потому, что я теперь быстро могу доехать из центра города на 40 лет Победы. Это первый большой ремонт со времени открытия Садового моста. Это около 40 лет. Завершить все работы планируется в следующем году. Тогда весь городской транспорт уже уверенным потоком двинется через обновленный путепровод.